Cześć wam wszystkim, witam bardzo serdecznie. Aha, Złote Wrota Team, także... Znaczy nie wiem, czy to intro może zostało z wcześniejszej modyfikacji. Chyba raczej tak, ustawienia gry, no raczej... Nie, to jest rosyjska modyfikacja. Podpisy mamy. Obraz jest... Oho! Takie buty. No dobra, zobaczymy. Gramy w Dark Saga teraz. Ostatnio przeszliśmy Złote Wrota i mamy do dyspozycji nową modyfikację, którą zresztą ogłaszałem. Dźwięk wyłączony, efektów... No dobra. Wygładzanie krawędzi, okej. Okay. Dobra, zaczynamy. Nie dużo o modyfikacji... No nie, no coś tam wiem. Wiem, że będziemy jakąś tam postacią, która będzie w jakiejś jaskini i w sumie chyba cała gra będzie w jaskini. I ponoć modyfikacja jest na jakieś 40 godzin nawet gry, a nie jak w przypadku Złotych Wrót 40 odcinków. Także jest to różnica. W naszym przypadku to będzie 100 odcinków. Saga Team. Aha. Present. Rosyjska modyfikacja. Tylko spolszczona, ale nie wiem, czy będzie to tak. Впервые легенду о черном мече, источнике могущественной магии, я услышал в портовом кабаке Вингарда, столице Миртаны. Нам с Мариком рассказал ее подвыпивший пират. Тогда мы не придали значения его пьяным бредням, но потом я слышал истории об этом оружии снова и снова, от разных людей, и со временем уже не мог выбросить из головы мысли о сокровище. Даже несмотря на то, что, по слухам, ни единой живой души из тех, кто якобы отправлялся на его поиски, больше никто никогда не видел. И вот однажды в наши руки попала старинная карта с обозначением древнего храма, где по преданию были захоронены черный меч и его прежний владелец. Мы с Мариком просто не могли упустить такой шанс. О, если бы я знал, куда меня приведут эти поиски, я бы, наверное, просто сжег карту. Но боги начертали мне совершенно иную судьбу. Угу. Так, двух людей, которые в карчме в Венгарде гадали о скарбе, постановили изменить свое житие. Poziom trudności średni. Ponoć modyfikacja jest ogólnie trudna. Nie wiem czemu, mam w górnym lewym rogu taki biały coś. I w sumie to nie jest to chyba jakieś drażniące, uważam. Tak jest za moją mordą, więc mogę moją mordę przesunąć najwyżej. My na mieście. Można odprawiać na bieg. Alastair, można powiedzieć kapitanu, żeby gotował szlubki. Polskie są tylko napisy. Da, okej, mi to odpowiadaj tak. Это как раз тот остров, если верить карте. Удача еще не покинула меня. Прямо не верится. Сколько времени мы ищем этот клинок? С полгода, наверное. Наследство твоего отца, мир его праху, почти на исходе. Но я верю, что скоро будем праздновать победу и пить не дешевый шнапс, а хорошее вино. Нет, теперь мы точно его найдем. Рад, что ты не теряешь бодрость духа. Ты меня знаешь, Марик. Я не из тех людей, кто будет унывать. А вот и наш капитан пожаловал. Что-то он хмурый какой-то. Ты российский дабинки с пенкной. Алластер, у нас гости. Ты о чем? А ты погляди слева по борту. Видишь, к нам шхуна идет. И вправду корабль. Мы тут с Мариком немного заболтались. Как ты думаешь, чье это судно? Не думаю, знаю. Ты на флаках посмотри, лопни моя селезенка. Черт, это пираты. Нужно немедленно уходить. Верно. Нужно поднимать паруса. Против этих акулих выкидышей мы не выстоим. Там наверняка абордажная команда из матерых рубак. А у нас нормальных бойцов человека 4. Остальные разбегутся, как крысы, если начнется серьезная переделка. А вот если мы поторопимся, то успеем уйти. Наше судно раза в два быстроходнее пиратской каракатицы. Хорошо, Каррер, командуй. Такие удивенькувяне.
Zapiszmy grę i tak, opcje k dźwięku. Chciałbym troszeczkę przyciszyć grę. Marynarze. Denerwuje mnie to białe pole. Marynarze. O, patrzcie, jest zmieniony atrybuty, tak, Alaster, gildia brak, poziom, ładnie, ładnie to wygląda, umiejętność 0%, wydobywanie, szpada jest założona, tutaj też jest inaczej, wykonane zadania, czarny miecz, ładnie to wszystko się prezentuje. Pierwszy rzut oka. Ej! Co, ja mam żagle podnieść? Bo ja nie wiem. Jak ja niby mam to zrobić? Przecież ja nie potrafię takich rzeczy. Ja nic nie wiem. Aha, będę oczywiście rozjaśniał każde z nagrań. W сущности вам уже некуда спешить. Некогда разговаривать. Поднимайте паруса. Тебе придется выслушать меня. Сейчас на кону стоят ваши жизни. Ты это о чем? Вы упустили свой шанс, друзья. Теперь вы либо сдадитесь нам, либо мы вас всех прикончим. Мои парни придержат ваш пыл, пока Гар с друзьями не окажется здесь. Ага, же они сейчас скумали с этими пиратами, так? Проклятие! Ты с ними заодно? Если вы сдадитесь, то даю слово, останетесь живы. У вас на корабле все равно нечем поживиться. А вот за вас орки отвалят целую кучу золота. Сопротивление бесполезно. В трюме течь, там уже на 3 локтя воды. Так или иначе, корабль пойдет на дно. Даже если вы справитесь с нами и оторветесь от Каталины Гарда. Мне нужно посоветоваться с другом. Хорошо, у вас 1 минута. Что лучше, смерть, что чи... будем делать? Отступаем к правому борту. Если не выйдет отбиться, прыгаем в воду и плывем к берегу, а там посмотрим. Это не глупый помысл. В сумме. Ponoć ta modyfikacja jest bardzo klimatyczna. I mroczna, i ogólnie no bardziej poważna. Ej, rzeczywiście, wyskoczyliśmy i możemy się udać w stronę wyspy. Nie się, kurwa, poddawać. Jest cutscenka. Nasza radość od udacznego pobiegu trwała niedługo. На берегу нас уже ждали, с широкими улыбками и острыми саблями. Опа! А вот и твой дружок нашелся. Ну что, приплыли? Все, что было дальше, напоминало дурной сон. Изнурительная дорога, лагерь орков, звон золота, довольная ухмылка главаря пиратов. Но окончательное прозрение наступило лишь тогда, когда на нас стали заклепывать кандалы и ошейники. Захотелось залаять, или скорее, завыть. Trzymam w napięciu ta muzyka też. Już mi się podoba. Czyli trochę jak w Górniczej Dolinie, tylko że to będzie Górnicza... Stoić, nie dwigać, morra, пока мы не спуститься вниз! Вот мы влипли. Угораздило же так попасться. А я ведь говорил тебе, что вся эта затея с клинком плохо кончится. Да, попали хорошо. Как же я сразу не раскусил ловушку. Ведь этот Моран мне сразу не понравился. Ты видел его рожу? По нему давно петля плачет. Слушай, что делать будем? Орги нас так просто отсюда не выпустят. А идти на открытый бой — это самоубийство. Они нас тут же прирежут. Чувствую, дело худо. Не печалься, Марик, как-нибудь выкрутимся. Помнишь поговорку? Даже из желудка у дракона есть хотя бы 1 выход. Нашел время для шуток. А ты предлагаешь сесть и плакать о своей несчастной судьбе? Нет, друг, мы обязательно вырвемся отсюда и заберем этот чертов клинок.
Ты же знаешь меня. Если я что-то решил, меня ничто не остановит. Та, Тьорко, виноград, чекаю, аж мы себе погадаме. Да уж. Тебя-то я знаю, сколько помню. Тише, кажется, и о нас вспомнили. Невольников. Новые рабы, очень хорошо. Вы, Мора, очень слабый, быстро умирай. А добыть новые рабы на этом острове трудно. И пираты плохо работать, давать очень мало рабов. Зачем вы поймали нас? Что это за место? Это рудная шахта. Здесь рабы добывают руду для Великий Тарат. Другое вам знать не надо. Но... Мора, ты новенький, и поэтому я говорю тебе правила, но только один раз. Если я не разрешаю, вы не разговаривать, не спать, не есть. Я ваш господин, вы подчиняйся мне или умереть. Вы мои рабы и должны каждый день добывать норму руды, 5 десятков кусков, и приноси руду сюда. За это я разрешаю вам мало отдыхать. Кто не слушайся, ушак, я убиваю. Как только Мора услышит горн, он должен приходить и сдавать мне дневную норму. Если ты не приходи и не приноси руду после сигнал, то мы убивать тебя. Мора должен соблюдать порядок в шахта. За рабы смотреть много охранник на вышках. Если Мора захоти к ним полезть, а не убивай Мора. Возможно, мы сможем договориться? У меня есть куча золота и артефактов. Я зарыл их неподалеку на этом острове. Если бы ты отпустил нас, я бы щедро вознаградил тебя. Еще одно слово, Мора, и ты узнать, что такое гнев ушака. И не думай, что ты перехитрить меня. Похоже, придется изобразить покорность. Да, хозяин, я все понял и буду во всем подчиняться тебе. Глупый Мора! Coś źle zrobiłem? Czemu on mnie atakuje? Ale przeżyje. Przeżyje czy nie? Ej, rzeczywiście te tekstury wyglądają jakoś ładniej. Tak mi się wydaje przynajmniej. Przynajmniej twarz naszego bohatera. Ja nie rozryszaj, ty nie gawari. Nadzieję się roku swojny, Morra. Za robotę, Morra. Się okazało... Czekajcie, ja chcę wczytać grę. Wczytać grę chcę. Chcę skinąć głową. O nie, tyle powtarzanek. Ojeju. Serio? Niepotrzebnie to robiłem. Niepotrzebnie to wszystko robiłem. Dobra, przewińmy, pogadalimy. Aha, oni zabijają. Ja miałem się nie ruszać. Widać, że oni się nie będą z nami bawić. Ale im się nie opłaca nas zabijać. Глупый Мора, чему-то научился. Веди себя тихо и делай свою работу. Я буду смотреть за тобой. Все оказалось куда хуже, чем я думал. Договориться с орками вряд ли получится. А я тебе говорил, может, у тебя уже есть какой-нибудь план?
пока нет, но я обязательно что-нибудь придумаю. Предлагаю на время разделиться, чтобы не привлекать внимания. Мне нужно узнать у рабов все об орках. Думаю, они подскажут, как нам быть. Хорошо. А что делать мне? Брать кирку и долбить эту чертову скалу? Да. Хотя, если ты настаиваешь, мы можем поменяться. Я добываю руду, а ты готовишь план побега. Нет. Пусть уж лучше будет по-твоему. Ведь ты всегда был намного хитрее и изворотливее меня. Ладно, пойду приниматься за дело. А ты держи меня в курсе. Если что-нибудь узнаешь, сразу сообщи. Конечно, друг. Боже, я себя чувствую, как бы с какими-то русскими в CS играл. И тогда российский дабинг будем слушать сейчас за угрозой. Разговор есть. Я тебя слушаю. Я видел, как вы спускались на подъемники. Думаю, на сегодня вы последние. Добро пожаловать в шахту. Чем могу помочь? Нет, друг. Это я хочу тебе помочь. Ты ведь ничего не знаешь об этом месте и о порядках в нашем стане рудокопов. Вот я и хочу тебе кое-что рассказать. Продолжай. Мне пригодится любая информация. В шахте каждый сам за себя и просто хочет выжить. Не думай, что кто-то будет тебе помогать. У нас так не принято, а некоторые рабы будут не прочь перерезать тебе горло, только чтобы заполучить пару кусков руды. Мало этого, любая информация стоит руды немалой. А орки просто звери и могут убить тебя в любой момент, если ты не справишься с дневной нормой или будешь затевать беспорядки. Или, что еще хуже, задумаешь побег. А иногда они просто за один косой взгляд в свою сторону могут дать тебе неплохую затрещину. Да, картина не очень радужная. То они без размовы это расчиняли. Друг, все не так плохо. Я могу помочь тебе и прикрыть твою спину в случае опасности. Я очень тебе благодарен. Ну еще бы. Значит, договорились. Ты каждый день будешь приносить мне 3 куска руды, а я, в случае, если у тебя возникнут проблемы, вступлюсь за тебя. Подожди, про руду разговора не было. Ты чем меня слушал? Я же говорю, что за бесплатно в нашей шахте никто ничего делать не будет. Mm-hmm. Ты должен быть мне благодарен, что я прошу всего 3 куска руды. Другие бы взяли с тебя в 2 раза больше. Нет, я не нуждаюсь в твоих услугах. Я думал, что ты более сообразительный парень. Ну да ничего. Я тебе сейчас объясню, как не надо себя вести в шахте. Не вам и что украсть, так вообще. Зроби ченче, щоже. Зараз. О, патрзьте, вдепнув в coś. Mamy killów. 10. Dobra, zaraz wracam. Jestem, chciałem po prostu zobaczyć, jak materiał wygląda i moim zdaniem jest wybrzmiany dubbing w dużym stopniu. Dobra. Co, od dzisiaj kopiemy? Ja chciał... Nie chcę rozmawiać, Morra! A to ja nakazywaj! Я напоминать, глупый Морра, если ты не... Чей це, ну спать не могу ещё навет. Как сделать отличный топор для меня? Ею, але тут есть... Я думать, что это... Огромная краина, аши краина. Ну, ciekawie to wygląda, kurt. Stało się nie polubimy, bo chcesz nas, od nas wyłudzać pieniądze. Mogę iść spać? Zastanawiam się, czy wtedy... O czort. Okej. Więc nie jest to takie do końca dobre.
A, duży kufer. Czyli co, ja będę tracił HP za każdym razem? Czyli spać nie mogę. To wygląda niebezpiecznie w sumie. Jeju, boję się, że nie podołam tej modyfikacji. Też niekoniecznie mi się podoba koncepcja chodzenia po samej kopalni. Szamany dawno nie wychodzili z bram. Эй, ты! Привет, меня зовут Алластер. Нет, я тебя не знаю, проваливай! Угу. Подожди минутку. Привет, меня зовут Алластер. Марк. Опять платить? Ну ко мне уже сегодня приходили, я все отдал. О чем ты? Ты не из банды Джулиана? Нет. А что, у тебя с ними проблема? Да, еще какая. Они отбирают у меня половину руды, что я добываю за день. Сил моих больше нет. Да, это то, что нужно. Откуда ты? Из Хариниса. Когда-то я жил в портовом квартале. Занимался тем, что помогал тем, кто не выучен грамоте, оформить документы или написать письмо или еще чего. Я надеюсь. Жил небогато, но свести концы с концами хватало, и на том хорошо. А потом, когда началась война и в колонии появился магический барьер, я решил, что катиться на острове становится с каждым днём всё опаснее. Поэтому я нанялся матросом на первое попавшееся судно, что стояло в порту, и отправился на материк. Но случился шторм. Потом пираты. В общем, дальше не особо интересно. Никогда не был в Харинисе, но слышал, что это очень красивое место. Да, ты прав. Огромный каменный город. Ратуша. На площади проповедуют о трех богах Патрас. За городом бескрайние поля, где без устали трудятся фермеры. Таверна, мертвая гарпия, стоящая на перекрестке дорог, славится отличной выпивкой по всему. Это было нормально, Джина пиво. Малина рудников, задолго до того, как стала колонией для преступников, была одним из красивейших мест. Говорят, слышу, там есть огромный древний замок, некогда построенный паладинами. Я вижу, что ты любишь Харинис. Хотел бы туда слишком жалеть этих грязных. Да, конечно. Ну давай, не будем теребить старые раны. Здесь нет места ностальгии. Есть только кирка, порода, орки и чертов Джулиана. Слышать, что на остров приплыть паладины. Я могу тебе чем-нибудь помочь? Да. Думаю, ничего, сможешь. Я вижу в твоих глазах воина, способного убить. А мне нужен именно такой человек. Ты хочешь, чтобы я кого-то убил? Да, это так. Я заплачу тебе за это 15 кусков руды. Щедро. И кто же это? Не Джулиана ли? Именно. Я не могу больше терпеть эти издевательства. Или он, или я наложу на себя руки. Может быть, есть другой способ, кроме убийства, чтобы Джулиана оставил тебя в покое? Может, но я о нем не знаю. Последняя надежда растаяла, когда я просил Дракса помочь. Но он отказал и даже не посчитал нужным объяснить, почему. А ведь он здесь следит за порядком, и от него зависит многое. Я думаю, они все трусы, в том числе и этот Дракс. Жалкие трусы, способные только на мелкие пакости и шипаки за спиной. Ох, как я их всех ненавижу. Хорошо, я подумаю над твоим предложением, но ничего обещать не буду. Я и не прошу об этом. Я уже привык, что моя жизнь кусок руды, не более. Почему Джулиана забирает у тебя руду? Потому что он разбойник и убийца. Жизнь других для него стоит не дороже куска руды. Он считает себя тут очень важным и думает, что остальные должны целовать ему ноги, если он просто соблаговолит пройти мимо. Фу! Если ты его так ненавидишь, то почему не поговоришь с ним как мужчина с мужчиной? Я писарь и не воин. Я не умею обращаться с клинком, не умею драться, не умею убивать. И знаешь, несмотря на мое скверное положение, не хочу становиться таким же, как он. Ты считаешь, что терпеть унижение — это лучший выход? Иннос нас рассудит. Я не хочу продолжать этот разговор.
Пираты совсем разленится. Что интересного говорят другие рабы? Не знаю. Я не особо общаюсь с другими рабами. Мне обитатели этого места мало интересно. Dobra, wypadałoby coś pokopać w końcu. Co, nie mogę tego złoża? Szamany dawno nie wychodzicie z chramu. Ocena zdolności. Okej, doświadczenie. Aha. Część dziennej normy. Ja znać obrotę. I tak będziemy chyba musieli na razie żyć sobie. No, bardzo mnie zmartwiło to, bo jeszcze jako samo zdobywanie rudy i tak dalej nie jest moim zdaniem aż takie tragiczne. Ale patrzcie, połowa dziennej normy. Ale najgorsze moim zdaniem jest to, że tracimy życie. Trzeba godzinę odpocząć. Co, mam iść spać? Czy co? Niewolnik orków. Panie orku. Ej! Ja bym chciał coś to uznać. Mora, głupi! Urko, silny, szamana, umy. Troszkę się zgubiłem, szczerze. Okej, okay, muszę godzinę odpocząć. Tutaj? Ты что здесь шляешься? Почему не добываешь руду, как все рабы, а? А ты что, поставлен орками, чтобы следить, кто работает, а кто нет? Ты смелый парень, раз решился так дерзить самому Финн. Ты здесь влиятельный человек? А ты как думал? Я и Джулиано в шахте одни из первых после орков. А-ха-ха. Мы улаживаем здесь спорные моменты. А за это рабы нам платят руду. Спорные моменты? Да. Скажем так, если ты не хочешь иметь проблем в шахте, ты платишь нам. Мы говорим с нужными людьми, и тебя никто не трогает. Пока ты платишь, конечно же. В противном случае ты здесь долго не протянешь. Мы? Вас таких много? Более чем достаточно. Я, Джулиано и несколько крепких парней. И сколько платят рабы? Сущие пустяки. Всего по куску руды в день. И ты, раз попал сюда, тоже будешь платить нам. А если я откажусь? Как я уже говорил, может произойти что-нибудь такое, что ты больше не сможешь быть полезен оркам в силу проблем со здоровьем. А те, кто не могут работать в шахте, скармливаются падальщиком там, на поверхности. Ну так что, ты готов платить? Да, мне не нужны лишние неприятности. Умный мальчик. Ха-ха-ха. Но я придумал кое-что получше. Честно говоря, мне эта шахта уже порядком опостылила. Я давно хочу отсюда выбраться. Руда это, конечно, хорошо. Дает некоторые послабления. Но это не заменит то, что забрали у меня орки. Свободы. Что ты предлагаешь? А вот я давно занавес. Присматривался к тебе. С того момента, как ты только появился в шахте. Я понял, этот парень далеко не глуп и не упустит твой шанс унести отсюда ноги. А мне именно это и нужно. Выкладывай свой план. Но если ты решил меня обмануть... Тихо. Я заинтересован в этом не меньше, чем ты. Но тебе придется немного потрудиться. План такой. Помимо ушака, этой мерзкой скотины, он на этом того, уровне шахты есть самым... еще три влиятельных орка-охранника. Это Уртак, Иштар и Тарок. И если мы с тобой сумеем их убедить в своей полезности, они разрешат нам перейти на верхний ярус шахты. А там и до поверхности недалеко. Угу. Не зря же Висп туда бегает. Наверняка тоже что-то замышляет.
И как ты предлагаешь убедить орков? Для начала, давай разберемся с Уртаком. Я слышал, что Ушак ему делал выговор за то, что тот плохо следит за рабами. Что мы, дескать, совсем обленились. Предлагаю натравить его на одного из рабов. Показать бездельника, на котором он и отыграется. И кто же этот раб? Это Марк. Мы немного прижали этого парня. И теперь он отдает нам половину всей дневной нормы руды, что добывает. Если ты его припугнешь, то он все сделает, что мы хотим. В общем, давай, действуй. Я предупреждать, Морра? Если ты не приходи и не приноси руду после сигнала, то мы убивай тебя. Это последнее предупреждение. За долго чекавам, якби. Пошли. Ага. Мам уж тянул. Не подавай еще тоже мне. Mnie opieprzył. Dam moją. Ale zakończę na tym odcinek. Cześć.